вот мы уже приехали в Темрюк. И вот здесь сегодня такая вот еще ярмарка выходного дня. Здесь очень много с нашего района, Стрелка, Темрюк, другие станицы, поселки. Многие интересовались, как вообще выглядят улочки Темрюка. А в станицах зачастую, даже в больших станицах, нету общественного транспорта внутри. Не все улицы в Темрюке асфальтированы. Посмотрите, у нас уже зацвели деревья. Какая красота! Приехали в Темрюк, наконец-то туман рассеялся, вышло долгожданное солнышко, и сейчас будем гулять по улицам города. Просто то, что увидим, будем показывать и вам. Идем в сторону магазина «Калейдоскоп». По пути, видите, есть даже здесь ДНС-магазин. И вот большое такое здание, это и есть торговый центр. Это главная дорога. Такие вот улочки Темрюка. Здесь вот эта улица чем красива, что высажены вот эти вот хвойные деревца, и летом очень хорошо и есть тень. И с этой стороны получается тень, и с той стороны. Зачастую, когда ты живешь в станице, то тебе очень не хватает какой-то цивилизации, поэтому многие с детьми едут, например, чтобы погулять в Темрюк, зайти в какое-то кафе посидеть. Здесь, например, можно поесть пиццу, роллы, суши заказать. Видела, что еще там кофе продается. Поэтому для разнообразия, думаю, можно вот так иногда приезжать в Темрюк, как сегодня сделали мы. Сейчас мы свернули с главной улицы в переулочек. Это улица Горького. Посмотрим, какие здесь улочки, какие здесь домики, как живут жители Темрюка. Это мы, по-моему, к кинотеатру, да, сейчас выйдем? Слева должен быть кинотеатр. Нет, мне кажется, нет. Нет, не эта улица, другая. А мне кажется, что где кинотеатр, нет? Ну да, я не особо ориентируюсь, конечно, в Темрюке. Но вот сегодня как раз будем гулять. И посмотрим, и покажем. Так как Темрюк – южный город, то он здесь весь вперемешку. И частные дома, и вот пятиэтажки. Это, в принципе, отличительная особенность любого южного города, что здесь и такие дома. Ну да, действительно, мы выходим к кинотеатру. Вот он как раз там. Вроде, кстати, кинотеатр даже открыт. Потому что, когда я летом была, снимала видео, то он был закрыт. О, даже какая-то кафешка с пиццей. Вот обычный темрюкский дворик многоэтажный. Кысики! Кысики! Это форзиция, и уже цветут нарциссы. Желтенькие, красивенькие. Вышли мы на улицу Ленина. Здесь так красиво, цветочки уже цветут желтые. Прям такая полянка перед многоквартирным домом. Еще, конечно, зелени нет на деревьях. Листики только-только вот-вот появляются.
на первых этажах домов всякие магазины, медицинские центры. В принципе, как и во многих городах, все очень похожее. Кондитерская, хлебное место. И рядом еще через дорогу торты продаются. Напишите в комментариях, что вы хотите увидеть, чтобы я показала вам в Темрюке или в Темрюкском районе. Буду ждать ваших комментариев. Сейчас мы идем по улице Таманской. Все это недалеко от центра, так как у нас сегодня суббота, и здесь между улочек открылась ярмарка выходного дня. Работает у нас с 8 до 2 часов. Мы как раз успеваем. И посмотрим, что у нас здесь продается. Цветы, видимо, на посадку. Вот это будет интересное, лаймзинги тоже интересные будут. Вот пучочком так растет. Ну давай. А потом эти пучочки. Цветочки разные. Тоже хороший, где-то под камушек. О, даже рыбка. Булочки. Вот и ценник. Роспотребнадзор? Да. Вон кто, все написано. Здесь у нас рыбка. Ой, сейчас посмотрим, что продают. Хлеб, батоны, багеты. Домой не забываем хлебушек покупать. Рулеты маковые. Кондитерские изделия. Вот с этой стороны, где зверкассы. Крупы, яйцо, масло. А тут что у нас? Тоже рыбка. Горячего, холодного копчения. Холодного селёдка, или горячая? Форель. А, разница какая? Макрель, горячая он будет, она будет помягче, такая рыхлая, а вот это поплотнее будет холодное. Поплотнее. Там, наверное, замороженное, да, еще есть? Стейки. Что там еще? Стейки. Сама, трески. Лососью, кальмары, минтай. Камбалу можно купить. Здесь у нас молочная продукция. Сыры, адыгейские, масло, брынза. Слушай, ну тут все есть. Все можно купить. Тоже рыбка. Сушеные, вяленые. Так, здесь у нас мясо. Можно купить котлеты, фрикадельки, люля, блинчики, вареники, окорочка, колбасу домашнюю, буженинку, фрукты, овощи тоже. Столько народу здесь, прям вообще. Пока. Получается, в Темрюке в принципе есть два рынка, которые работают каждый день. И вот здесь сегодня такая вот еще ярмарка выходного дня. На посадку лук.
фрукты на посадку, да, Фил? Цветы тоже? Яблочки по 50, по 40 рублей, по 70 груши. Ну, зеленушечка, редисочка. 25. Как пахнет ароматненько, свеженько. Сколько здесь производителей вообще, сегодня очень много. Картошка 30, 37, 43, 26, а это лук 26. Мне так прям вообще листики такие маленькие. Выпечка. Мед. О, даже медок есть. Клевера. Вот это гречишный мед, это майское разнотравье. Донни, грива, акация желтая, алтайская. Вот, вот это вот, да? Да. Сердце с алтайский мед, разнотравье, гречневый, таежный. Потом не добудет? Тоже мед. О, соты продают даже. У нас сладко. Здравствуйте. 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 Вы торгуете медом. Расскажите вообще, какие у вас сорта, сколько вы этим занимаетесь? Ну, я вообще-то на пасеку попал с 5 лет. Как отец первый раз завел пчел, с 5 лет попал на пасеку. Вот и до сих пор именно здесь остался. Цветочный, в основном цветочный мед. Цветочный. А то, что он как, в какой период сбора, получается как бы разница. Первый мед называется майский, хорошо его берут, потом его майский. Но он тоже цветочный. Гречиха, она тоже цветочная, просто на гречневых полях. Вот в сотах еще. Это срезанные соты. Срезанные соты в банку. Сколько такая баночка будет стоить? Эта баночка стоит 500 рублей. Это очень полезно. Мы раньше часто очень это соты очень, покупали. Это очень полезный мед. Это тоже да. Самые соты. Только надо добавить этикеточку и рекомендации. Ага. Воск у вас, я смотрю, продается. Сколько воск стоит? Воск, он поштучно продается, это порция для изготовления порции мази от ожогов. Нужна всего такая порция. И поэтому порционно, если нужно в большем объеме, больше продадим. Но больше незачем, потому что так, хорошо. Прополис есть. Вот. Прополис у вас есть. Прополис называется пчелиный клей. Вот, это очень полезные средства. Вот. Здесь 50 грамм. Он видит, таких есть и виде шариков есть маленьких. Стоит он 500 рублей 50 грамм. 500 рублей. Но это очень большая доза. Это для настоек, для изготовления мазей. Там пропорции все делается. Очень полезно и лечебно. У нас еще есть, что у нас? Основной мед 300 рублей. Мелко отварили 300 рублей. Это вообще даром. За столько времени мед остается медом. 200 рублей такая баночка, да? Да, здесь сколько вмещается? 700 грамм. 700 грамм, ну, в принципе, это да. Баллоны. Цена недорого. Баллоны как идут по 1000 рублей. Это выходит по 220 рублей за килограмм. Это кто любит мед, поэтому по 1000 рублей банка кругляет. Композиции можно все делать с медом. Добавлять уже это, уже дома с кружкой чая, добавлять с хорошей компанией, с хорошим настроением. Выбор просто огромнейший, что угодно можно купить. Ну и вы видите, сколько здесь сегодня народу пришло. Вот даже саженцы продают. Нет, она там взяла, а я у тебя. Она должна что где-то подъехать. Она сюда не зайдет. Видели, что даже молоко продают. Бочка такая приехала. И на разлив можно купить и молочко.
цена за литр 48 рублей. Если нет своей тары, можно тоже купить. Обратила внимание, что здесь у каждого производителя написано, откуда он, ННН. То есть, если это частный предприниматель, то тоже написано. То есть, один раз купили, и в следующие разы уже запомнили, у кого можно покупать. Здесь очень много с нашего района, Стрелка, Темрюк, другие станицы, поселки. Но и также есть производители с других районов. Видела, что со Славянска приехали также. Ну и вот такая вот ярмарка выходного дня сегодня в Темрюке. А ну правильно. Ярмарка нам очень понравилась, очень большой ассортимент. И сейчас мы спустились вниз от ярмарки на пару улиц и идем здесь. Здесь частный сектор. Сейчас посмотрю, как называется эта улица. Такие вот домики, очень ухоженный домик. Вывески периодически встречаем, что вот дома продаются. Здесь уже улочки более спокойные, чем те, где мы сначала вот ходили, когда только приехали. Это у нас улица Красноармейская. Вот посмотрите, как сразу меняется город, когда он озарен солнцем. Все предыдущие дни было пасмурно, дождливо. Хоба, солнце выходит, все сразу моментально меняется. Многие интересовались, как вообще выглядят улочки Темрюка. Да вот так вот именно. Вот частный сектор, небольшие магазинчики. И Темрюк очень протяженный город, он длинный. И хорошо, что здесь по городу ходят автобусы, и хорошо, что здесь есть разные маршруты. То есть, если вам нужно добраться до какой-то отдаленной улицы, то вы садитесь просто на маршрутку и доезжаете. А в станицах зачастую, даже в больших станицах, нету общественного транспорта внутри станицы. И это, конечно, проблематично бывает. И в станицах люди пользуются такси, либо обязательно нужна своя машина. Если вам, например, нужно добраться будет от той части Темрюка, где въезд со стороны Курчанской до центра, то, конечно, пешком ты не находишься. Садишься на автобус и доезжаешь до центра, до рынка, вот докуда тебе нужно. Не все улицы в Темрюке асфальтированы. Вот, например, улица Бувина или Бувина. Здесь вот такая вот дорога. Но есть тротуар около домов, что, конечно же, огромный плюс. Сейчас даже пойду лучше по тротуару. Вот он, около домов прямо. На таких улочках очень спокойно, тихо.
Здесь уже ездят только те, кто живут. Я думаю, что это видео будет полезно для тех, кто присматривается к переезду в Темрюк, смотрит улицы, ищет дома, и вы сможете ориентироваться, как вообще выглядят те или иные улочки. Около домов, смотрите, стоят вот такие вот баки для мусора. Где-то есть даже сетки, куда складывают отдельно пластик. Вот. И по определенным дням вывозится этот мусор. Видите, тут же обычные дома. И тут же еще и многоквартирные. Сам Темрюк находится на горе, поэтому какие-то улицы у него под таким вот углом, да, в горку, либо с горки придется ходить, а где-то улицы прямые. Посмотрите, у нас уже зацвели деревья. Какая красота! Очень красиво, аромат какой стоит. Вообще такая красота. Бабочки летают даже. Ну что ж, вот такая вот прогулка у нас сегодня получилась по городу Темрюку. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. И также я хотела бы спросить у вас, какое впечатление у вас сложилось от города Темрюка. Пишите в комментариях. А мы с вами увидимся в новых видео. Всем спасибо, пока-пока.